над нашей советской когда-то прекрасной Россией падал мертвыми клопьями снег. Над Россией проносятся смерчи, жаждут нелюди править людьми. Человечество, встань против смерти! Меч России за Святую Русь подняли! Не отдадим дороги казнокрадам, ворам, неолибералам! Вставайте! Вставайте, россияне, с колена! Восстанет солдата! Просит и молит об этом! Хватит! Хватит так долго стоять и стонать на коленях и молиться на ветер, на высокие стены Кремля! Что вас огородили от нас, от тех, кто бросался под танки, кто собою взрывал блиндажи, кто с пробитую в скатку солдатской шинелью падал в траншею врага, хрипя, заливаясь от крови. Родина, вспомни меня! А Родина что? Она тут, она здесь, она рядом! У могилы солдата плачет и просит могилы своих сыновей. Вставайте! Вставайте, родные солдаты, водители, помогите России с колена восстать и крикнуть за Родину мать, за советскую нашу державу, за советскую нашу страну, которая нас, водителей, подняла в 41-м, когда враг наспал на страну. Вставайте, вставайте, россияне, с колена, вас память солдата просит и молит об этом. Хватит, хватит так долго стоять и стонать. За нашу Родину, за нашу советскую Россию, не быть неолибералом-демократом. Их время уже подошло к концу. Все, их зады уже дымятся, только фугасом их из России. Но они вернутся награбленные. Они хотят у вас отнять дороги. Они просторы российские забрали, прихватизировали все. Не бывать этому, встает мать Россия за Россию. Мы их выкинем, вытряхнем из нашей Родины, пускай там и баранки крутят, где-нибудь в Испании и в пустынях. В общем, спасибо вам, здоровья вам, мужества вам, молодцы водители. Только пришли девчата молодые поддержать, тоже хорошо, потому что где мы, там и вы. День добрый, я радуюсь, молодец, как вы все... Работаем на частную контору. Конечно, все мы прекрасно знаем, что система Платона – это грабеж полностью народа. Как многие, наверное, еще как бы не это понимают, пенсионеры, народ, как бы не озвучен на средствах массовой информации. Конечно, для нас мало здесь собрались, конечно, хотелось бы, конечно, чтобы народ было больше, было более как бы солидарнее. Хотите наше желание и будем подписывать на петицию о присоединении коллег из Дагестана, что более конструктивные ребята из Дагестана, более сплоченные. Хочу собраться здесь, сказать, давайте подпишемся петицию или что, будем солидарны с ребятами из Дагестана, будем выезжать в Москву. Для решения более, наверное, конструктивных, решать более конструктивно и чтобы быстрее как бы мы приступили к работе, скажем так, и урегулировать данный вопрос как бы в конструктивном порядке за столом переговоров и какими-то другими не воздействием, какими-то другими воздействием, если не будут воспринимать наши требования. В принципе, у меня все. Желаю всех, всем нам удачи, благополучия. Ну все. Товарищи, мы не только с Дагестаном, не только. У нас 24 региона 19 ноября поддержали эту акцию. И, по всей видимости, акция будет расширяться, потому что уже и другие регионы начинают присоединяться, тоже подключаться к этим протестам. Мы со всеми...